Сегодня утром сотрудники МЧС, разбирая завалы после пожара, обнаружили труп ребенка. Возгорание произошло накануне вечером в Знаменском районе Омской области. Предварительно установлено, родители девочки, уложив детей спать, ушли к соседям. Четверо малолетних остались без присмотра. Задымление заметил мужчина, проживавший во второй половине дома. Когда он вошел на ту половину, где проживали родители с детьми, то увидел, что трое детей бегают по комнатам. Еще одна девочка в дальней комнате кричала от страха. Он, рискуя своей жизнью, вынес детей из дома, но младшую девочку спасти не удалось из-за сильного задымления. Мужчина вернулся в дом за ней, пытаясь ее спасти, но потерял сознание, упал около порога. Тело девочки было обнаружено только сегодня утром, сильно обгоревшее. Следователи сейчас проверяют семью, где произошла трагедия. Известно, что родители погибшего ребенка не работают. Единственный источник финансирования – детское пособие. Дом купили на средства от материнского капитала. Предварительная причина пожара уже известна – неисправность электропроводки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомню, ранее в Омске суд вынес решение по аналогичному случаю. В январе прошлого года Евгения Минцева оставила малышей все дошкольного возраста на ночь одних. Сама выпивала у соседей. В частном доме работала печь. Дети задохнулись от угарного газа. Евгению приговорили к реальному сроку. Правда, в колонию она отправится, как только ее новорожденному ребенку исполнится 14 лет. Пока длился суд, женщина забеременела.